В очередной раз губернатор Станислав Воскресенский встретился с предпринимателями, чтобы обсудить работу центра «Мой бизнес», где на одной площадке объединены все институты поддержки бизнеса. В этом году услугами центра воспользовались почти 5000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Более 1000 обращений касались вопросов экспорта. Свыше 800 обращений содержали просьбы о финансовой поддержке. Больше всего губернатора интересовали предложения, как можно улучшить работу центра «Мой бизнес». Считаю, что мы можем претендовать на то, чтобы в Центральной России стать лучшим местом с точки зрения условий ведения предпринимательства. У нас с вами больше половины валового регионального продукта производится малыми именно и средними компаниями, поэтому мы с вами просто обязаны инвестиционный климат для предпринимательства наладить так, чтобы у нас было заниматься предпринимательством удобно и приятно. Интересно, что при поддержке Министерства экономического развития в России стартует специальная программа по пропаганде предпринимательства. В 20 регионах страны пройдут форумы, спикерами которых станут известные бизнесмены, Иванова в их числе. Мы планируем провести масштабное мероприятие. Это наш первый форум, мы к нему очень готовимся. Мы везем мировых, я бы сказала, даже маркетологов сюда. Сейчас мы прорабатываем совместно с предпринимателями Иванова содержание этого форума. Он должен быть содержательным и полезным каждому предпринимателю. Мы подготовили много сюрпризов для местных предпринимателей и их возможную интеграцию в нетворкинг по всей Российской Федерации предпринимательской. Надеюсь, что мероприятие будет масштабным, красивым, содержательным. Ивановская область – один из лидеров в стране по поддержке малого и среднего предпринимательства. Поэтому первый форум пройдет именно здесь. Он запланирован на 18 сентября. Участие бесплатное, регистрация уже идет. Подать заявку можно на сайте moybusiness.rf. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.